год в России празднуют до 13 января. А 13-го празднуют старый Новый год. Я ничего не понял, но выпил вместе со всеми. 14-го утром мы поехали на рыбалку с русскими мужчинами. Кстати, только в России ездить на рыбалку без удочек считается нормальным. Я съездил, понравилось. Там на рыбалке я спросил рыбака Игоря: а твой брат Валера тоже рыбак? Он говорит: нет, он по бабам вообще не ходок. 15 января мы поехали на природу, на шашлыки, в деревню. Ехали на электричке 4,5 часа стоя, потому что все места были заняты. Кстати, только в России за место в электричке дряхлая бабулька насмерть может забить двух десантников.